погиб, но не плачь. Был морально давно устаревшим, и в трамвае он дал фюзеляж не единожды трущим замечен. Он в автобусах терся как мог, не щадил ни старух, ни детишек, первоклашку нося и звонок. Был для этого даже отличник и особо цинично терясь хохотал лицемерною пастью. Он с нормальными нами контраст отбывал и до старости, к счастью. В понедельник в районе пяти он на почве погиб ипподрома, был к тереться как раз на пути, от восторга забыв, что не дома. Касатонов наглаживал лук, очарован пространством подхвостным, и его полагалось лягнуть с копыта прицельного свойства. Касатонов, не плачем.